Ну а теперь, дорогие друзья, когда игра «Завоевание Америки» пройдена на 100%, я дарю вам бонусную 53-ю часть, в которой мы пройдем первую миссию на сложности невозможной. Если вы помните, дорогие друзья, несколько лет назад, когда мы начинали это прохождение, я, к сожалению, на первой миссии не выставил здесь сложность. Но теперь у нас сложность невозможная и первая миссия, давайте сделаем это и поставим точку в прохождении игры «Завоевание Америки» на 100%. Постройте 50 крестьян, да, мы это помним. Собственно, на сложности невозможно, она, я так полагаю, ничем не отличается от других сложностей. Наверное, просто ресурсов здесь меньше, вот еда очень быстро сейчас кончается. Так что давайте двинемся, построим форт поскорее. Так, и теперь надо мельницу. Что надо, то надо. Ну, пусть там строят. Так. Ну, вот уже у нас ноль еды. Надеюсь, они не вымрут. О, пацаны пошли умирать. Надо умирать. Теперь вы построили форт, теперь, да, постройте там 50 крестьян, мы это все читали, так что просто идем делать то, что нужно. Ну, немножко поразвиваемся, конечно. Так, а ты можешь сюда стрельнуть форт? Не можешь. Ладно, захватим. Можешь. Тогда не захватим. Пшеница поспела. Там по пацанам ядра катаются. Это неприятно, я знаю. Походу остановились здесь на совсем. Бегали, бегали и отбегались. Так, вот пришел голод. Может быть, вы все-таки успеете хоть кто-то принести. Потому что уже 11 крестьян, 10. Да, кто-то успел. Ну что ж, делаем еще. Ребята совсем остановились. Главное, вы здесь не начните рубить деревья. Вот так давайте. Какая приятная музыка. Но только из-за одной музыки даже расставаться с игрой. Жаль, друзья. Но впереди у нас еще куча стратегий классных. Так что все только к лучшему.
Надо хотя бы одного посадить, а то кто-нибудь из синих озвереет, придет, перекрасит всех, как они это любят. А мы не любим. Так, 25 крестьян. Вот это надо контролить сейчас. 5 делаем, у нас остается 20 в запасе. Точно, я совсем забыл про это. Так, ну пятеру можно забрать сразу в шахту отсюда. Надо сначала кузницу построить. Чего-то там не хватает. Железа? Ох, вы издеватели, а? Да, вот как-то так. Ну ладно. Как же нам быть? Железо нам не добыть. Эх, обидно. Ну тогда, друзья, придется завершать ее. Она вот такая, она на сложности невозможна. Могу попробовать подозвать под форт остатки лучников Майя. Их там осталось совсем мало. Да, давайте, за мной. Я на этой сложности доигрывал до того, что всех этих лучников выносил. Это ничего не дает. Поэтому смысла ждать. В принципе, нет. Тут башни есть, не знаю, достанет ли форт по ним. Помните, мы в прошлый раз, когда первую миссию проходили, где-то в этих краях форт строили. Далековато, не достает. Тут тоже группа лучников. Башни просто своих выносят. Ладно, друзья, все, делаю этих крестьян. Как видите, первая миссия на сложности невозможна, она не отличается какими-то сумасшедшими атаками постоянно появляющихся паков противника. Точно такая же. Какая стратегия будет следующая? Пока не могу сказать. Возможно, кто-то из подписчиков сделает заказ на какую-то конкретную стратегию. Если нет, ну конечно, тогда я выберу ее. Не знаю тогда, друзья, пока. Там еще Red Alert Месть Юрия, скорее всего, мне сейчас придется проходить. Я прошел классический Red Alert. На канале уже все части есть, второй. А еще... наверное, будет месть Юрия в ближайшее время. Но опять же, это пока непонятно. А на сегодня все. Спасибо всем, кто посмотрел это прохождение с первой до последней части. Мы прошли завоевание Америки с вами на 100%. И, друзья, ну... делитесь прохождением на 100%. Ведь... аналогов таким прохождением вы не сыщете на всем YouTube.
Мы встретимся с вами в других играх очень скоро. Спасибо всем. Пока. We'll be right back.